Привет, с вами по-прежнему Арталаски. А под прицелом у нас сегодня замечательный планшет от компании Hyon. Inspiro H1060P. Вот в такой красивой коробке хранится шикарный инструмент, который затмевает собой множество других моделей в своей ценовой категории. Комплектация следующая. Подставка для стилуса с 8 наконечниками внутри, 9 наконечник уже находится в стилусе. А собственно сам беспроводной стилус, не требующий ни зарядки, ни батареи. Брошюра с ссылками на актуальные драйвера. Книжечка с инструкцией по эксплуатации. USB кабель для подключения планшета к компьютеру. И собственно сам планшет в чехольчике. На новом пере я хотел бы остановиться поподробнее. Лично меня оно очень порадовало. Мне и в прошлых моделях Hyon нравились стилусы, они как-то по-особенному удобные, хорошо лежат в руке, не слишком легкие и не слишком тяжелые. Пожалуй, единственным их минусом было то, что их приходилось заряжать через USB, да и то редко. Но новая модель создана по другой технологии. Мало того, что перо еще лучше стало лежать в руке, так его еще и заряжать не нужно, и батарейки менять тоже не надо. 8192 уровня давления при разрешении планшета 5080 линий на дюйм. Просторной рабочей областью 254 на 158 мм, да еще и при точности в 0,3 мм, это мощь. Само перо можно хранить в специальной подставке с наконечниками, ну и в кармашке с правой стороны планшета. Кстати, по поверхности стилус скользит очень плавно, и теперь есть возможность нажимать им сенсорные кнопки, которых целых 16 штук, и настраиваются они под что угодно. Ну а с левой стороны планшета располагаются еще 12 экспресс-клавиш, которые также легко настраиваются. Такое обилие приятностей позволяет обходиться без клавиатуры совсем, и это хорошо, так и надо. Кстати, наконечники на пере меняются довольно просто и быстро. Теперь потерять пинцет или наконечник достаточно проблематично. Ну а вообще, мои впечатления от использования этой модели крайне положительные. Здесь есть все, что мне нужно. Просторная площадь для размаха, точное и чувствительное перо, настраиваемые клавиши, к которым я уже успел привыкнуть, чтобы не пользоваться клавиатурой. В общем-то, на выходе мы получаем еще более достойного конкурента Wacom, чем раньше. Я однозначно советую данную модель всем, независимо от уровня навыков. Рисовать на этом планшете сплошное удовольствие. Кстати, недавно я снова стал выпускать ролики в формате SpeedPaint, и если кому-то интересно посмотреть полностью на создание этого арта, который нарисован был именно на этой модели планшета, то ссылочка в описании и в конце видео. И кстати, если оно вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки. А также я хотел бы узнать в комментариях ваше мнение по поводу этого графического планшета. С вами был Арталаски, пока!